Всем привет! Вы смотрите программу «Коктейли», и сегодня наша программа будет посвящена современным танцам. И, собственно, самая яркая личность, которая у нас сегодня в гостях, которая занимается современными танцами и, пожалуй, покорила весь мир, и не только Севастополь, не только Украину, Россию и все страны СНГ. И я думаю, что мы сегодня об этом поговорим, обо всем подробно узнаем. В общем, у нас в гостях сегодня Марта Августинович. Знакомьтесь. Марта, привет. Привет, привет. Рада увидеть вас. Вот. Ну что я не знаю, как-то так меня представили, что я же засмущалась вся. Мне приятно, что меня называют гордостью Севастополя. В принципе, ну, есть еще куда расти, поэтому нет предела совершенств. Правильно? Как-то разделяются вообще современные танцы, как давно они у нас появились, и можно ли действительно их называть современными танцами? Все эти танцы у нас лично, я так скажу, в странах СНГ, вот, появились достаточно недавно, вот, ну, как бы там 10-15 лет назад, я не могу сказать, что это давно. Вот, современными танцами мы их называем только потому, что они у нас недавно, да. Я лично занимаюсь хип-хопом, хаосом и дэнс-холлом, и могу сказать, что... Это танцы тех стран, это то есть Ямайка, Америка, и они не являются у них совершенно новыми. То есть Ямайка, они как бы уже сколько там лет танцуют, там уже за 20 лет, и для них это ну, социальные танцы. Хип-хоп это конец 70-х, 80-х годов, тоже не назвать, что это ну, танцы. Самое молодое направление это хаус-дэнс, опять же, это 90-е годы, ну... Если это современные танцы новые, то значит, так и есть. Но для нас это, да, это все новое. Вот, только развивающиеся направления как раз-таки уже так набирают конкретные обороты, становятся все более популярными, люди начинают понимать уже, понимать и принимать эти направления, начиная от молодых, заканчивая уже взрослыми людьми. То есть, наверное, потому они и называются у нас современными. Как ты начала ими заниматься, если, в принципе, у нас в нашей стране не было, мне кажется, что ни учителей, ни какого-то такого массового движения, не были они популярными? Откуда вообще вот у тебя появилось желание заниматься именно такими танцами? Ну, у меня такая история, то есть я начинала заниматься и народными танцами, и классическим балетом, и бальными танцами, но все время как-то чувствовала, что как бы что-то не мое, что-то не то. И однажды, это 99-й год,
Наверное, где-то так, да. Мы увидели, что такое а-ля тодес. Тогда это назывались современные новые эстрадные танцы. Я сказала, что я хочу танцевать именно так. Вот. И моя мама в 2000 году, 1 июня, открывает студию. И как бы мы начинаем именно с этих направлений. Затем я вижу, что такое хип-хоп. Причем я это видела в клипах тогда, вот американцы все. Вот как бы там тогда еще Уилл Смит, песня «Wild Wild West». Ту-ду-ту-ду. То есть вот как-то вот я смотрела, все время включала, повторяла, мне это все нравилось. И как-то само собой это все начало вот появляться, развиваться. Мы стали узнавать, видеть новые организации, появляющиеся. Потом первый чемпионат в Севастополе по хип-хопу. Тогда это был даже не хип-хоп, это такой, знаешь, просто включали музыку именно ту, и мы что-то там дрыгались. Вот. И потом первый мой чемпионат в Ялте. И как-то оно стало во мне именно зарождаться, именно внутри. И эта любовь стала расти все больше и больше и больше. И сейчас я понимаю, что моей любви вообще нет предела, что я еще больше влюбляюсь во все это. И как-то вот так вот я даже не знаю, это, наверное, это изнутри пошло, и оно само именно меня привело к этому. Ну, я насколько знаю, что ты не только сама любишь эти танцы, но еще и другим прививаешь любовь к ним. То есть у тебя есть учеников очень много. Можно ли сказать, что эти танцы действительно сейчас очень популярны, что много людей ими занимаются, знают про них? Да, сейчас эти направления берут очень вот такой оборот конкретный у нас и в городе, и в стране, и так далее, и так далее. То есть сейчас это актуально максимально, потому что интернет, всему голова сейчас, и везде-везде эта информация появляется, все люди смотрят, хотят так научиться танцевать. И как бы это круто очень. Вот. И учеников у меня тоже очень много. И я очень рада и благодарю Бога за то, что моя любовь к тому, что я делаю, передается людям, что я умею дарить то, что я люблю, и делиться этой любовью. И я очень рада, что меня этому научили мои родители. То есть если бы не мое воспитание, которое мне, да, привили вот эту вот любовь. Мама моя всегда знала, что у нее будет дочка по имени Марта, она будет танцевать. Она просто не знала, что я буду танцевать хип-хоп, хаус, дэнс-холл. Вот. Ну и у меня такой темперамент просто. Вот как бы, представляешь, у меня классическая балерина, как-то нет. Нет, я даже не представляю. В пуантах. Не, ну как бы могу там ногу поднимать, но как-то все равно это вот мое внутреннее состояние такое. Это танцы свободы, то есть танцы, которые родились на улице, когда люди выходили и танцевали в свое удовольствие, тогда что-то учились, перенимали друг у друга эти батлы, эти битвы. Это вот это именно изнутри шло. И вот это самое важное в этих танцах для меня, что это вот отсюда именно. Smooth operate, can you come out and play me a TikTok? Step up to the plate, no underestimate, no, never play it safe, no, relax. Boy, you're charming, you're not gonna fight it. I'm your Marlin, you're not gonna hide it. Hustling, you got me, you're tough, in my lane, respect nobody, Bonnie, and I got it. Not gonna testify, got me a rule big time. Baby, you, gonna work for you all night. Go for whatever you want. Give me food for the plate, me no TikTok. Strap just in case anybody violate them. Quick forget the race, can me squeeze fast. If a high grade weed, me provide it. Cops a search, them never gonna find it. Hustling in the street, the turf and the lane. No beg, nobody, nothing, me no drive it. Touch the road at night, make money and me feel alright. Get the youths, hustle like, at it. Shine like the stadium light. Yeah, go for whatever you want. No make nobody tell us you can't. Get the youths, set that, get that, take that. Go for the food, no make you pass. It's a 9-to-5, coming up to survive. Go, 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 harder than the hard drive. Take a ride with me, if that's alright. We shine so bright. You work it hard. Boy, you got me good, and you're pushing.
То есть можно сказать, что ты зачастую движения, там какие-то связки придумываешь все это сама. То есть нет, нет какого-то шаблона, по которым эти танцы строятся, или есть все-таки? По-любому есть базовые движения, конечно же. Как вот я всегда повторяю, что как можно говорить на языке, да, каком-либо, не зная алфавита и так далее, не умею там как бы слагать там. Ну, в общем, то же самое и здесь, в танцах. Конечно, есть база. И основываясь на этой базе, ты начинаешь уже импровизировать, придумывать что-то свое и показывать свое ощущение того и передавать, как ты это видишь. Но, конечно же, база должна быть в любом случае. То есть базовые куча движений и в хип-хопе, и в хаосе, и в дэнс-холле, и везде. То есть как бы в дэнс-холле вообще невероятное количество шагов, степов, которые постоянно придумываются, ты должен их знать, быть всегда в тренде, понимать. В каждом направлении есть свой вайб. Вайб – это то, ну, это манера, как бы, грубо говоря, грув, то есть то, как ты танцуешь. И, конечно же, просто выйти станцевать – это очень сложно. То есть перед этим нужно очень много и упорно трудиться. Мы уже немного заговорили про чемпионаты, то есть про то, что в Севастополе, в Ялте проводился. Я знаю, что у тебя очень-очень много наград. Ну, наград, правда, у нас много. И у меня лично, и у студии, и у учеников тоже. И как-то вот, ну, какое количество, честно, я уже не помню, но горжусь первым своим чемпионатом мира, где я заняла второе место. Это Венгрия была 2005 или 2006 год. То есть тогда это вообще, когда я приехала как слепой котенок, мы с мамой вдвоем. Приехали, я ничего не знаю, у меня был такой зеленый костюм, я помню, очки, которые для плавания, фишка была. Вот, и то есть я тогда вышла на сцену, я ничего не понимала, у меня была совершенно отличающаяся от всех хореография, потому что я всегда как-то, ну, по-другому всегда видела эти направления, причем то, что я танцевала, потом в дальнейшем танцевали через год. Мне всегда говорили: ой, почему ты так отличаешься от всех, а я как-то вот так вот... Так получилось у меня. Вот. Это вот первый чемпионат мира. Это состояние, которое... Ну, я не могу это даже передать словами. Когда ты выходишь, ты понимаешь, что ты на чемпионате. Тут вот у тебя стоят итальянцы, из Венгрии танцоры, Голландия. Тут у тебя американцы. Вот все. И ты танцуешь. И, ну, это невероятно. Как бы у меня, в принципе, очень большое количество вот было этих мероприятий, что я даже так и не вспомню сейчас сразу. Но я всеми горжусь, честно. Потому что это труд, это то, что я вкладывала от души. То, что я делала с мамой, с детьми, со своими. Я знаю, что есть последнее достижение, совершенно недавнее. Ты стала чемпионкой мира по дэнс-холлу. Да, Джуз Дебу в Париже. Мы поехали с моей напарницей. Это первый раз в этом году. Джуз Дебу – это вообще самое крупное мероприятие во всем мире. То есть там собирается 20 тысяч зрителей только. Около 30 или 40 стран мира. То есть там, ну, невероятное количество людей. И вот в этом году была номинация «Дэнс-холл». И мы со своей напарницей, с Дашкой Черкашиной, вошли в восьмерку лучших по двушкам. То есть так отобрали из... не буду врать, но было больше 40 пар. Причем там были такие танцоры, что когда мы приехали, мы даже не думали, что мы пройдем. Мы так, ну как, для своего опыта, тем более там, ну, Севастополь, Харьков, ну, как-то так, мало нас кто знает, это же мир, это же Париж. И тут мы проходим, мы в шоке. Вот, и потом, получается, у нас была команда, мы назвали свою группу «Губы», причем почему «Губы», мы ничего не байтили, просто потому что у нас, когда девочки танцуют, мы делаем все вот так. И мы типа: давайте «Губы», ну все. Вот, и тоже невероятное количество команд, больше 30, причем мы сделали эту хореографию за 1.5 часа, я свела всю музыку, все сделали, мы вставили калинку туда. Oh!
как это было все настолько... И мы даже не рассчитывали, не то чтобы на третье место, вообще не рассчитывали куда-либо пройти. И тут, когда мы начинаем танцевать, и мы видим в конце, что зал стоит, весь, судьи стоя аплодируют, и причем мы выходим со сцены, а зал все равно орет, и нам все подходят и говорят, что вы первые, это было невероятно. Мы победители чемпионата мира по жос-дебу, о котором мечтают все. Но это такое состояние тоже не передать. Я до сих пор до меня не доходит, серьезно. Вот мне спрашивают, вот вы победители, типа, это ж как, это ж круто. Я говорю, я не понимаю. Да, это достижение, но опять же, еще раз скажу, что еще куча всего впереди. Самые лучшие обычно уезжают из наших стран, да, то есть там в Европу, в Америку. Есть ли у тебя желание уехать, оставить Севастополь? Нет. Без гордости своей? Нет желания такого, абсолютно нет. Я хочу быть здесь и работать, да, в многих странах, но я хочу оставаться здесь всегда, потому что я горжусь, наверное, что я из этого, да не наверное, я горжусь, что я из этого города, не хочу его предавать, потому что для меня это будет потерей большой очень, если я отсюда уеду. Этот город, который дал мне жизнь, город, который дал мне развитие, город, который подарил мне счастье иметь такое количество учеников, таких родителей, такую студию, такой там... Да все просто. Таких друзей. Да, Оль. Вот, и поэтому я не хочу это все терять. Я хочу приобретать, я хочу оставаться здесь и быть везде. И это правильно. Потому что многие танцоры, которые говорят, что вот я Севастополь там или каком-нибудь там Симферополь достиг всего, пойду покорять там Киев, Москву, Америку, там Нью-Йорк и так далее, они в итоге становятся тем миллионом, которые хотят сделать это. А я могу сидеть здесь, сделать так, чтобы меня знали во всем мире. Это правильнее, я считаю. Зачем? Тем более сейчас у нас есть такое как бы средство связи, как интернет, видеоинформация. То есть зачем куда-то терять все, заново все нарабатывать, я этого не понимаю. Из ближайших перспектив. Есть ли у тебя какие-то интересные планы, которыми ты можешь поделиться? Какое-то там дальнейшее развитие, новые чемпионаты, новые горизонты, которые ты будешь покорять? Да, сейчас у нас 16 мая, вот, перенесли, кстати, концерт у нас будет. Это первый наш такой грандиозный план. Второе, то, что мы сейчас будем покорять Россию.
все. Москва, Питер. Сейчас куча большая, опять писала куча. Много всяких мероприятий, которые нам нужно посетить, батлы, чемпионаты. Есть куда расти, стремиться. Опять же, Америка та же. Очень хочется на Ямайку поехать. Вот. Но не жить там, нет, просто поехать. Вот. Ну, много всего, и иногда даже не хватает в голове места для того, чтобы это все вот так вот по полочкам разложить. Главное, что есть желание, главное, что есть куда стремиться, и есть любовь к тому, что мы делаем. Всем пиз. Пиз. Да я. Mamacita, tú serás mía. Mamacita, tú serás mía. Te amo con toda mi vida. Te amo con toda mi vida. Mami, serás mía. Amor para toda la vida. Mami, serás mía. Amor para toda la vida. Hey, Major Lazer. Kobayashi. Check, check. And the Viking. Ha. Lazy. Ha. I make you wine and dip so like a lipto. Wine and dip so like a lipto. Major laser. I make you wine and dip so like a lipto. Wine and dip so like a lipto. I make you wine and you dip so like a lipso. Every girl in the party wine your hips so. Let's lean to the wall for a dance hip so. Hey girl, chop your bumper back and get low. Girl, chop your bumper back and get low. Hey girl, chop your bumper back and get low. Yeah, girl, chop your bumper back and get low. Yeah, girl, chop your bumper back and get low. All so come massive, let me see you put your hand up in the air. All of the real soca fans, them let me see your hand up in the air. No. Vikings.